Народ, всем привет! Сегодня я хотел бы затронуть тему настройки айфона, а именно настройки его функции такой, как iCloud, а именно в iCloud настройки такой функции, как фото iCloud. И здесь вот свой личный опыт и то, что я советую людям. Каждый раз, работая в магазине по продаже техники Apple, вы помните, наверное, этот период, 2 с лишним года это было, да, длилось, когда люди у меня просили настроить им iCloud, я им советовал, что сделать. Когда вы заходите в ваш пункт iCloud в настройках, то есть мы вводим свою информацию, входим в iCloud, я им всегда говорил: друзья, ни в коем случае не включайте вот этот параметр фото. Фото iCloud, фотопоток и общие альбомы. Почему? Потому что вы станете заложником компании Apple, по сути, да? Делая фотографии, особенно это, знаете, кому относилось? Тем, кто брал минимальную память, там, в случае с этим айфоном, это, например, 32, в случае с вот с этими, это 64, они брали маленькую память и думали: а, я буду фоткать, у меня будет все в iCloud выгружаться, у меня же там есть 55 бесплатных гигабайт, а можно еще увеличить свой план там до 50, еще что-то. И думали: а, ладно, не буду париться. Они так делали, включали, и через год, через там полгода ко мне приходили люди, которые это сделали с большой проблемой. Они не могли взять свои фотографии из своей учетной записи в нормальном качестве. Они у них просто не выгружались, и был сбой при выгрузке с... Я им говорил: ребята, все просто, зайдите с своего компьютера, зайдите на сайт iCloud и выгрузите всю информацию с помощью меню «Импорт-экспорт». Они говорят: а у нас сбой ошибку выдает. И если архив был небольшой, там 3, 4, 5 гигабайт, если они умещались вот в эти рамки iCloud'ные, я им мог помочь решить проблему. Ну, мое мнение такое на своем опыте. За счет того, что компьютер Apple, да, Safari браузер, он как-то более-менее какой-то мощный, да, и может справиться с тем, чтобы вытянуть архив там на 5 гигов. Помогал людям. Сейчас ко мне обратился, в общем-то, мой постоянный клиент, который еще появился у меня, когда я работал в магазине. Он говорит: Денис, у меня полная жопа, полная засада. Мне нужно на мой жесткий, ну, SSD-шник, не на жесткий, а на SSD-шник, скачать весь архив из iCloud. У меня не получается это сделать никак. Почему? Потому что когда у него непосредственно вот в использовании вот такой вот iPad стандартный 18-го года, он говорит, то, что когда я пытаюсь это сделать на своем iPad, у меня при подключении iPad к компьютеру, там, к Windows, неважно, показывается 7-8 объектов всего. Я говорю: ну, соответственно, да, значит, у вас настроен iCloud так, что все фотографии, которые вы делали, они у вас выгружались на сервак, а на устройстве хранились образы этих фотографий. То есть маленькие-маленькие миниатюрки, которые, когда ты открываешь, они такие пиксельные, все некрасивые, и подождав 3-4 секунды, она прогружалась в качественную на время, потом ты ее закрывал, она как бы удалялась. То есть это такие лишние телодвижения на системе, такие лишние телодвижения для трафика, будь то там Wi-Fi или LTE, что, ну, ребята, это я считаю, что это, ну, какой-то заложник этой ситуации. И самое главное, что он потом включил функцию, чтобы, соответственно, все у него фотографии оригинальные закинулись обратно на iPad, и у него iCloud выдал сбой загрузки данных. Вообще весело, блядь. Просто бомбит у меня от этого, бомбит. И я, он попросил меня помочь, чтобы я через свой типа мощный компьютер скачал ему все фотографии из iCloud, или с iPad, или, соответственно, с веб-версии iCloud сайта. И могу сказать так: при подключении этого iPad по кабелю, причем по USB Type-C кабелю, да, у меня это не получилось сделать, потому что захват изображений и iPhoto показывают, что там всего 9-8 фотографий, хотя их здесь 400. И здесь самый объем большой информации заключается в том, что здесь большие видео. У меня, соответственно, тоже отображается 7-8 фотографий полноценных, а образы в iCloud, хранящиеся, не отображаются. Соответственно, тут у нас другой вариант: попытаться их выгрузить. Но при попытке их выгрузить, iPad пишет вообще сбой загрузки данных. И перезагрузка там, да, все это делали, не помогало. Вот, пожалуйста, сбой загрузки данных. Соответственно, крайний шаг, это, ну, образно говоря, блять, Apple. Ну, я тут даже, вот, ребят, тут даже без комментариев я не могу... А, вот, выбрал, наконец-то. При попытке выключить эту штуку, он говорит: не удалось выгрузить 394 фотографии и видео в высоком разрешении. Если вы продолжите, то они будут удалены в низком разрешении с iPad. Соответственно, ты говоришь: нет,
пусть будут, да, вдруг там в iCloud что-то навернется. И потом мы заходим в управление хранилищем. Ну давай. Вот это вот просто какой-то, если честно, трэш. Когда мы заходим в управление хранилищем. То есть, вот понимаете, вот это все, это блядское неудобство. Ну это вот разве так должно быть? Это разве комфортное использование? И, соответственно, я... Ладно, пусть он пытается родить что-то. Я подключился к его iCloud с компьютера через веб-версию, увидел все 400 фотографий в оригинальном разрешении. Они занимают около 40 гигабайт. 40 гигабайт, да? Соответственно, человек подключил увеличенный... как это называется? Не увеличенный тариф, а... Ну да, увеличенный тариф это называется херня. Когда ты подключаешь больше объем памяти. И, соответственно, попытался выгрузить их через сайт. То есть сделать как бы импорт-экспорт, вот эта вот история, да? Ну вот он, разродился. Соответственно, попытался сделать импорт-экспорт, и у меня тоже ни хрена не получилось. У меня зависало на 1,7 гигабайте выгрузки, а потом выгрузка архива с сайта Apple через высокоскоростной, у меня 100 мегабит интернет с охуенного компьютера, она дальше не шла и не получалась. Вот, смотрите, фотографии 35,8 гигабайт. Человек уже подключил себе тариф на 200 гигов, понимаете? Теперь, то есть он мало того, что страдает от неудобства, он еще страдает от того, что ты платишь бабки Apple за вот это вот облачное хранилище, но этим облачным хранилищем ты не можешь нормально воспользоваться. Вот он сейчас хочет его отключить и не потерять фотографии из отпуска, и не может этого сделать, потому что фотографии не выгружаются никаким образом. Ни на iPad автоматически, он на Wi-Fi, на высокоскоростном, он с питанием совсем, да, у него дома лежал долгое время. Он не выгружает фото, когда ты даже приказал принудительно сделать с iCloud на iPad, не выгружает. С сайта он тоже не выгружает локально их на компьютер, он просто выдает ошибку. Я сделал 3 или 4 захода уже этого действия. Кстати, я еще попытался выгружать частями, то есть брать отрезки по 4 гигабайта, то есть взять момент за один месяц, он весит там 4-5 гигабайт, попытаться его выгрузить, и он тоже зависает на одном 1,7 гигабайт. Что это, блядь, за херня? И как с этим бороться, я вот не знаю. То есть вот реально есть клиент, который готов там заплатить немаленькие деньги, я их могу заработать, да, за то, что ему сделаю эту операцию. Знаете, как наследие Restore, вот эти богатые как бы, клиенты, которые готовы платить за удобство. Но я не могу даже оказывать эту услугу, блядь. А техподдержка Apple будет тебе ебать голову просто долгое-долгое время и тоже, по сути, ни к чему вы хорошему не придете. И вот сейчас такая ситуация. На 40 гигабайт у него фотографий в iCloud, выгрузить их локально на iPad не получается автоматически, выгрузить их через iMac тоже не получается, потому что он выдает ошибку при достижении скачивания 1,7 гигабайта информации. Что делать? Непонятно. Единственный вариант это, да, заходить на сайт и смотреть их в хорошем качестве, или же вот так заходить на iPad и, нажимая каждую фотографию, ждать 5 секунд, пока она прогрузится в нормальном разрешении. Вот iCloud, Apple, он заставляет пользователей страдать. В то же время, как я, например, да, какой режим, вот вы скажете, ну, Денис, ты там сейчас захейтил, да, всю эту систему, а как ты пользуешься? А я много раз говорил, ребятушки, я просто-напросто у себя фото iCloud не включаю. Вот смотрите, это вот мой личный телефон, вот это мой личный iCloud, и вот эта херня, связанная с фото, она у меня выключена всегда. Почему? У меня очень много фотографий, особенно ребенка. Сейчас родится второй ребенок, еще будет больше фотографий. Вот на компьютере у меня, по-моему, я вам даже сейчас покажу, сколько тысяч объектов. Что я делаю? Вот как правильно этим надо пользоваться? Да, я сейчас скажу, что нужно иметь хороший комп. Но, блядь, мне кажется, сейчас такое время, когда все должны иметь хороший комп. Ребят, смотрите. Сейчас я попытаюсь увеличить. 6472 фото, 800 видео. И вы скажете, нихера себе, объем-то огромной информации. Да, огромный, конечно, это почти, ну, не терабайт, там полная на терабайт занимает вся эта история у меня сейчас на локально, да, на компьютере. Так, я ничего не выключил нечаянно. Нет, ничего не выключил. Соответственно, что я делаю? У меня режим использования какой? Я где-то месяц, сейчас открою, тут ничего у меня такого тайного нет. Блин, есть. Но не буду вам показывать стратегию. Ну ладно, вот, например, покажу фотографию. Нет, не буду показывать. Короче, я фотографирую в течение месяца что-то.
И если у меня там, допустим, есть 10 одинаковых фоток ребенка с там, какого-то парка, ненужные фотки я просто там в конце дня удалю, оставлю важную, самую нужную. Или, например, в течение, там, в конце месяца я прихожу домой, подключаю его на кабель, перекидываю все, что мне нужно, важные документы, важные фотографии для работы, для ежедневного использования оставляю, а все остальное у меня хранится на iMac. 6000 файлов, это... Фотки мои, по-моему, с 2012 года там хранятся. Вот, которые, когда у меня там iMac более-менее нормально появился, я как-то начал эту фототеку вести. С 2012 года она, эта фототека пережила 3-4 iMac. Она архивом перекидывается автоматически. Ну, на автоматически, а на жестком диске я перекидываю ее на новый свой компьютер, когда я покупаю. Но суть в том, что это правильный режим использования. iCloud — это ебаная кабала, на которую вас подписывает Apple, тянет с вас бабки и еще не дает нормально пользоваться. И понимаете, я вот захожу в свои фотографии, и у меня сразу фотография, она четкая, понимаете? Вот я ее вижу. Кстати, я сейчас палю немножко, это будет видео про iPhone с российским ПО и как он должен выглядеть, но это так, затравка. А смотрите, что происходит вот на этом iPad. Сейчас я вам покажу, например, вот какую-нибудь фотографию, ну, какую-нибудь... Не знаю, вот давайте. Вот море. Не море, а бассейн. Смотрите, он нечеткий. Ну, фотография нечеткая. А, у него какая-то ошибка. Она не выгружается все равно, что же. И вот эти нечеткие фотографии, понимаете, они так и висят у тебя. Пока там сколько-то времени не пройдет, пока она нормально не прогрузится. А у меня же всегда, хоп, и готова максимально четкая фотка. Ну, это просто удобно, мое мнение. Как вы пользуетесь iCloud или пользуетесь ли вы iCloud фото, напишите в комментариях ваше мнение. И как вы думаете, вот вообще, что в этой ситуации делать, когда у тебя фотки зависли в iCloud, не на iPad локально они не выгружаются через iCloud фото, не на компьютер локально через скачивание архива они тоже не выгружаются. Что делать тут, я не знаю. Как помочь клиенту, я пока тоже не знаю. Буду сидеть, думать. Ну, хотя, что думать? Единственный вариант, я вижу, это по одной, по две, по пять фоток. Но это ебудаться. Это много времени.